Ремонт улицы Чапаевской в Самаре завершат в августе на 2 месяца раньше запланированного срока. Подрядчик работает ускоренными темпами, пока позволяет погода. На проезжей части заменили 2 слоя покрытия, в порядок привели тротуары, начали благоустраивать газоны. Сколько тонн асфальта уложили только за эту ночь, подсчитал Виталий Портнов. Улица Чапаевская хоть и узкая, но у водителей популярная. Долгое время на проезжей части лишь латали ямы. Теперь здесь хоть и шумно, но главное, что ездить и ходить будет безопасно. Ремонт комплексный, замене подлежит все. На данную улицу было выделено 95 миллионов. Что значит здесь будут делать? Это замена дорожного покрытия, как мы видим. Также замена борта. И замена поребриков. Будут проводиться лабораторные испытания и замеры. То есть кураторы будут выезжать на объект, смотреть все это и принимать работу. Работы начали в июне. На улице срезали старый асфальт и уложили нижний выравнивающий слой. Уже приступили к укладке верхнего, современного и устойчивого к погодным перепадам и механическим воздействиям. Гарантия – 5 лет. То есть в течение этого времени организация будет устранять дефекты покрытия, если они возникнут. 1200 тонн асфальта за одну ночь дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия на Чапаевской. Ремонт проезжей части идет одновременно сразу в 2 стороны от улицы Ленинградской. Если погода позволит, то все работы планируют завершить уже в августе. Это на 2 месяца раньше запланированного срока. Длина ремонтируемого участка 2 километра. По площади это 20 тысяч квадратных метров. Работы идут посменно, только ночью. Задействованы 4 бригады. Это 25 человек и 12 единиц техники. Впереди еще благоустройство газонов. Днем ведутся работы по устройству тротуара и по замене бордюрного камня. Работа по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части днем вестись не могут, потому что на данном участке дороги интенсивное движение. Дорога хоть и узкая, но движение есть. Комплексный ремонт Чапаевска идет в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». За счет нее только в Самаре до конца этого года в порядок приведут 46 улиц. Всего же в регионе отремонтируют 93 дороги. Не только в областном центре, но и в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Чапаевске и Кинеле. Виталий Портнов, Александр Каракулько. Новости губернии.